Вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сезон овощей в самом разгаре, и хочется насладиться их многообразием. Вот и сегодня у меня любимые болгарами блюда чушка-бюрик. Если проще, то это перец, запеченный с брынзой и обжаренный сухарях. Готовятся такие пирожки из перца просто, съедаются мгновенно. Для этого блюда лучше подойдет грунтовый с тонкими стенками. Ингредиенты указаны под видео. Давайте готовить. Перец мою и выкладываю на решетку, можно на противень. И ставлю запекаться в разогретую духовку до 200 градусов, примерно на 15-20 минут, до первых подпалин. Пока перцы запекаются, готовлю начинку. Беру брынзу, если она очень соленая, то вымочить ее в воде или молоке. Перчу. Добавляю к ней чеснок, зелень, у меня укроп, петрушка, базилик. Разбиваю сюда одно яйцо, все хорошо перемешиваю. Перцы запеклись, вынимаю их. И перекладываю в пакеты на 10 минут. Достаю перцы из пакета. Чищу их от кожицы. Вырезаю плодоножку и очищаю от семян. Подготовленные перцы заполняю начинкой из брынзы. Второе яйцо разбиваю в тарелку, взбиваю его. Обвариваю перец в муке. Обмакиваю в яйцо и затем обваливаю в сухарях. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, разогреваю ее и выкладываю перцы. Масло должно быть хорошо разогретым. Обжариваю на среднем огне с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Все готово. Подаю чушки-бюрик горячими. В качестве гарнира лучше всего подойдут свежие овощи, но мы их съели так, без гарнира. Очень вкусные, хрустящие снаружи и нежные внутри. Такие перцы пирожки понравятся всем. Блюдо получается просто восхитительно. Соленый брызнер, острый чеснок и сладковатый перец очень хорошо сочетаются между собой. А вы делаете что-то подобное? Поделитесь своим рецептом. Если вам понравился рецепт, не забудьте поделиться им в соцсетях. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые вкусные простые рецепты. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.